Так кто-нибудь из вас скажет, зачем вы меня похитили? Сохраняйте спокойствие, сэр. Вы не можете держать присосочника в заперти. Я вскоре выберусь отсюда. Это вы присосочник? Может быть, пошел нах, кто хочет знать. Я президент Соединенных Штатов. Да, иди нахуй. Вы сделали много ужасного со своим присоском, мистер Чел. Расскажи-ка. Но я думаю, вы можете помочь нам. Вы думаете, я способен на добро? Буквально на прошлой неделе какой-то дурак сигнул с окна, пока пытался спустить меня с его башни. Я понимаю, что вы думаете, что ваши присоски могут приносить только разрушение и грусть. Что? Да нет, это было смешно. Но это в ваших интересах объединиться с нами. Я слушаю, но все еще иди нахуй. Эти изображения были сделаны в Северной Корее. У нас есть предположение, что они строят самую сильную ракету в истории. Она высокая. Признаки указывают на то, что они вскоре собираются атаковать Штаты. Вы серьезно думаете, что Северная Корея настолько тупая? Да. Оу. Мы обнаружили люк снаружи ракеты, который ведет к боевой части, где ее можно обезвредить. Вам нужно попасть туда, мистер присосочник. Люк находится довольно высоко, и, честно говоря, для этого потребуется очень дорогая лестница. Так, а какая выгода для меня? Мы предоставим вам один бесплатный подъем на присосках на все, что вы захотите. Вы уверены, что готовы дать мне такую силу? До нас дошли слухи, мистер Чел. Вы можете умереть? Вы не можете убить присосочника? Тогда, я думаю, мы договорились. Да, блядь, давайте начнем Третью мировую! Что ты, блядь, делаешь? Забираюсь на твою ракету с присосками, тупица. А что ты думаешь? Почему моя ракета? А почему бы и нет? Ты рушишь мои планы взорвать Америку. Разрушай эти планы, какие я хочу. Смотри, что могу. Не смей обезвреживать ракету. Нет, пошел нахуй. Пошел нахуй. И держи свою нахуй обратно, тупой долбоеб. Ты хоть представляешь, с кем ты разговариваешь? Я президент этой страны. Я бог этих людей. Я насажу твою голову на кол, если ты... Хей, я написал тебе песню. Что? Она звучит как-то так. Ты сука! Вот же ты сука, 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 сука! Съебывайся с моей ракеты сейчас же! Я не могу! Почему, блядь, нет? Нельзя, чтобы ты начал войну, дурак! Ты вообще-то сам начинаешь, и это меня бесит! Наверное, не помогает то, что меня наняло американское правительство. Ты американская псина. О, это тебя взбесило, так ведь? Да, блядь. Да, я точно его взбесил. Все, никаких отложений. Я запускаю ракету. О-оу. Блядь, ох ты ж, блядь, блядь, блядь. Вот, вот дерьмо, блядь. Может быть, ты разрушил мои планы в этот раз, человек с присосками? Но тебя не будет в следующий раз, я... О, блядь! Вот же, сука, ты! Сука, ты! Сука, ты! Сука! Спасибо, Северная Корея! Было отвратительно! Отъебись! Как дела, мистер без костей? Господи Иисусе, что с тобой не так? Не видел тебя с прошлого падения. Сестра? Сестра? Президентская амнистия, сука. И ты ничего не сделаешь. Смотри, что могу. Присосочник уже ползет. Присосками он мир свернет. Мои присоски так круты. И я горяч, заметишь ты. Присосочную силу ты не тесть. На ракету смогу хоть в час залезть. Меня не убьешь, я не дебил. КНДР остановил. Пирог анимация. Yeah.